спортивном зале собрались родные, близкие и воспитанники Юрия Полежаева. Именно здесь он тренировал альметьевских футболистов. Сердце Юрия Анатольевича остановилось во время тренировки. На посту во время тренировки ветеранов. Вот тромб уж улетел, что он сейчас. Тут же это все неожиданно, как мина взорвалась. Для всех это неожиданность, конечно. Валерий Карасев начал тренироваться у Полежаева в 17 лет. Наставник был старше всего на 8 лет. Мужчины прошли спортивную жизнь плечом к плечу, стали коллегами. Зла людям не желал и не делал. Трудился как мог. Человек доброжелательный, мягкий, не боец. Есть такие бойцы, которые как бы это больше руками, чем головой. И, значит, добивался своего, что планировал, делал. Ринат Хайдаров познакомился с Юрием Полежаевым в 5 лет. Мальчика привели на футбол родители. Занимался у тренера 15 лет. Ценили и уважали его всей командой за строгость и справедливость. Меня поставили на ворота. Я не знал, что делать вообще. Я повис просто на ворота и начал просто... А мне Юрий Анатольевич говорит: Хайдаров, ты что, обезьяну, что ли, вратарь? Попрощаться с тренером пришли и родители воспитанников. Один за одним они выходили, чтобы выразить свою благодарность. Он не только воспитал из них спортсменов, сильных, накачанных, которые следовали какой-то футбольной логике, которые красиво забивали голы, но он учил их быть настоящими людьми. Это был большой путь воспитания, становления каждого этого мальчишки, большого, красивого, воспитанного, светлого юноши. Юрий Полежаев скончался 10 апреля. Ему было 69 лет. Елена Баур, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.